В понедельник украинские издания муссировали тему якобы друг Моторолы, комбат Гиви, подумывает оставить Донбасс. Они называли его трусом и дезертиром. В интервью Life Гиви ответил всем своим доброжелателям, что Донбасс оставлять не собирается. Я продолжаю заниматься своими делами. Имущества у меня никакого нет, слава богу. Я в этом плане свободный. Свободный человек. Ни квартиры, ничего у меня нет. Знаешь, у меня есть одна машина, которую подарил мне Александр Владимирович Захарченко. На 11 мая в этом году. И больше мне ничего нет. У меня есть мой батальон, у меня есть моя воинская часть, которой я занимаюсь. И продолжаю нести свою службу. В данный момент батальон выполняет боевые задачи на поставленных рубежах на зоне соприкосновения с противником. Понимаешь, и уезжать куда-то я не собираюсь. Это родная моя земля, я здесь вырос, я здесь живу и буду жить. И когда нужно, я умру на своей земле и за свою землю. И убегать отсюда я не собираюсь никуда. Они думают, что если Арсен погиб, теперь я начну в бегство. Нет, могу разочаровать. Гиви – один из самых известных ополченцев Донбасса. Он является командиром батальона «Сомали» вместе с бойцом «Моторолы». Он отбивал у ВСУ Донецкий аэропорт и другие стратегически важные объекты.